Привет! Привет! В принципе, нам все очень нравится, пацаны бегущие, как бы, то есть укрепили центр. Сейчас уже видно, что у нас центр как бы заиграл гораздо интереснее, чем в прошлом году. И когда, ну, понимаешь, центр все связал. То есть уже и, ну, защита играет по-другому, нападение играет по-другому с центром. Вот Райли нам очень нравится, как они бегают, как бы. Сейчас все нам нравится очень. Селекции наши, мы довольны, как бы. Что мы от пацанов ждали, как бы. Каких, кого мы искали, того мы нашли. В принципе, то есть, и как бы они нам добавили скорости, цепкости и вот, все такое. Не знаю, может, они просто сейчас не готовы. Может быть, они там втянутся в сезон, там побегают ребята, как бы. Я просто не знаю. Я просто, по-моему, Эверест видел на твоем видео год назад. И там какие-то молодые ребята бегали в основном. Сегодня я таких что-то молодых ребят как бы особо не видел. Или я ошибаюсь, может быть, может, там не Эверест был. В зимней первенстве области, как бы они там кого-то обыграли, ты даже типа там какая-то сенсация была, как бы, да. То есть сегодня ребят этих не было, или я не знаю, что как бы. Ну, то есть насколько они там готовятся, это надо как бы тоже знать. Ну. В прошлом году играли они во второй лиге, при том там борьба-то была такая до последнего, кто там вылетит, не вылетит. То есть там не было таких явных аутсайдеров, что там типа они прям вылетели без шансов и так далее. Как бы нет, они играли наравне там с теми же петушками. Ну просто как бы играли, смотрели мы петушки, ну матч назад, да, как бы все-таки команда немножко поувереннее была, чем сегодня. Ребята из Мизинки, им, конечно, спасибо за все, что они приехали, за то, что они нас сами нашли, то есть мы никого не искали. Все команды, которые сейчас мы с ними играем, они нас сами находят, наверное, из-за того, что мы по медиа хорошо работаем, как бы, да, то есть сейчас всем, ну, как это, не то, что прибыльно, а, ну, гордость сыграть с Добрыней, как бы, такие вот, в общем. Вот, а как бы, ну, в принципе, понимаешь, как бы, даже как, скорее всего, не то, что со стартовым составом, а вот именно, может быть, когда кого менять, то есть мы уже, то есть, чтобы скорость была постоянная, то есть мы как бы это все видим, ну, старт начинает примерно как сегодня, я так думаю, да, и примерно так же, наверное, и будем потом заменять, я так вижу, Ваня на видении. Вот спасибо большое. То есть вчера после тренировки, у нас вчера тренировка в 8 только началась вечером. В 9:30 она закончилась. И в 9:30 мы пошли в административное здание стадиона «Торпедо», сели там в теоретический кабинет, и полтора часа он и показывал на проекторе, как, что и куда двигаться. Как, ну, вот видишь, как бы сегодня. И уже было все даже лучше, чем в прошлый раз. Не, ну извини меня, в пятницу вечером 20 человек пришло на теоретическое занятие и смотрели, как бы все это делало. То есть встретили положительно, как бы, ну, мы своей командой как бы довольны, как они вообще реагируют на все. То есть сейчас у нас даже вчера перед тренировкой в 6 они пошли грести поле стадиона «Юность», гребли 20 человек, потом они приехали на тренировку, потом они пошли на теорию, как бы, и все, в общем, как бы неплохо.
нам очень дорого будет все лето тренироваться здесь. Будем тренироваться на юнусе, да, у нас там с Маратом есть договоренность, все что. То есть мы сейчас им помогаем в плане поля, то есть те семена там будем, ну, помогать, ну, докупать и там всякие реагенты, и вот физическая работа какая-то, как бы, да, они нам за это дают тренироваться. Ну, то есть на ближайшие две недели у нас как сильных планов нет, у нас главный тренер перед сезоном немножко пойдет отдохнет. Мы это время будем тренироваться. Вот ребята, вот как, которым мы сегодня играли, почему они нас вышли, потому что они вылетели как бы к нам в лигу из второй, то есть они с нами в группе будут. То есть как бы мы вроде как рассчитывали, что типа, это наш один из самых основных там, ну, на выход соперников. Ну, мам, я сейчас просто немножко занят, я даю интервью. Давай, хорошо.